Так, вот мы сейчас попадаем в наш режимный корпус. Здесь происходит содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Мы для вас образ возьмем. Далее, каждая камера оборудована радиоточкой. Посмотрите вот сюда. Радиоточка. Обязательно оборудована розетка. Далее оборудовано, здесь в настоящее время телевидения нет, оборудовано телевидением. Зеркало должно быть монтировано в стену, обязательно острых краев не должно нигде, нет, все монтировано. Также должен быть таз, это для постирки одежды, ведро, урна. Вот это общая камера, есть камера, они при поступлении, камера карантинного отделения, где содержится до 10 дней. Сюда они уже, соответственно, с матрасом все приходят, размещаются. Первый, второй ярус занимают. Посуду у нас здесь выдают. Своя только кружка и ложка у подозреваемых, обвиняемых. Тарелки им с пищей уже выдают. Они покушали, сами они не моют, сдают назад. На кухне у нас все это вымывается, чистится. И все опять до следующего, соответственно, завтрак, обед и ужин. Хлеба завтрак, завтрак. Вот, 7.00, 7.30. Также обед и ужин. Сон с 22.00 до 6.00. 8-часовой сон тоже определено законодательно. Как-то так. Оборудовано, вот смотрите, видео везде, все комнаты. Также существует дуплексная связь. То есть совершеннолетний вправе всегда обратиться с каким-то либо вопросом. Вот, давайте попробуем. Вот, осмотр у нас проводит фельдшер. Наталья Алексеевна, пройдите, пожалуйста. И через решетку наш фельдшер проводит прием данного гражданина. Также ему осуществляет на расстоянии, ему меряет рост, взвешивает его. Да, карточка амбулаторная заводится сразу же на каждого и, соответственно, находится у нас здесь до его убытия из учреждения. Медикаменты у нас все хранятся, соответственно, под замком. Выписываются отсюда. Если есть желание, можете посмотреть, пройти. Лекарства, согласно перечню жизненно необходимых, имеются все в наличии. Учебники у нас находятся, тетрадки, вот они то, что обучаются, тетрадки хранятся здесь. Могут они с собой взять, почитать, порешать, потому что учителя также задают задания, все то же самое. Это монитор учительский. Этот класс оборудован также интернет. То есть учителя могут задания какие-то давать, согласно школьной программе, через национальную библиотеку и так далее, и так далее. Нормально? Съедобно. Чуть. Коротко, вкусно. Держи. Также обратиться заявления, жалобы различные. Обращения, все что угодно они могут отправить. Обратиться на имя начальник управления, на мое имя. Это все рассматривается и дается соответствующий ответ. Те, кто содержится в камере, они курят в специально отведенном месте. Специально отведенное место, вот видите, на улице. Далее. Сколько сейчас человек? Вообще? Сейчас 8 человек. Вот они находятся, это у них спальное помещение. Также вот у нас, ввиду того, что помещений немного, молельный уголок вот прямо за вами находится. Вот. Молельный уголок. Уроки обязательно прописаны для каждого. Ну вот вся информация, выписки различные, все здесь присутствует. Дорогие сотрудники, работники, ветераны следственного изолятора, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с этим наступающим праздником, Днем работников СИЗО и тюрем. Вы по праву являетесь лучшей частью нашего общества. И в этот замечательный день хотелось бы пожелать вам искренне крепкого здоровья, огромного терпения, благополучия, мира и добра вам и вашим близким. Спасибо.